Короче, анпакинг эндофильтра. Только из Китая. Запакован очень хорошо. Где ты брал? Я брал на Бенгуде. Стоил он 14, что ли? 14 евросов он стоил. Ну, что это будет, никто не знает. Вроде отзывы там какие-то счастливых покупателей есть. Но пока сам, как говорится, не попробуешь, не поймешь. Ну, упакован, в принципе, хорошо. Да. Ой, какой он маленький. Он прям весь такой в масляной этикетке. Ну, что я вам скажу. Такое металлическое устройство внушает доверие, я бы сказал даже. Если посмотреть на просвет, можно увидеть регулировочку. То есть это он... тьма. Тьма, свет. Практически в ноль можно уйти. И опять затемняем до, как они написали, 400. Phantom 3 HD ND2 400. Да? Я так и думал, что здесь не будет никаких отметочек, да. И в принципе довольно легко ходит кольцо это, внешне от внутреннего или наоборот, довольно легко ходит. Я думаю, что это может в принципе даже сбиваться. Поэтому, я так полагаю, надо будет делать какие-то маркировочки. Может быть, какой-нибудь замазкой или еще чем-нибудь, наклейка, но вряд ли. Да, в принципе, он вкрутился, но я смотрю, что не до конца. То есть есть немножко здесь зазор, что с подвесом. Ну, я чувствую, что ему гораздо тяжелее. Да, один из важных вопросов, будет ли справляться подвес с такой дополнительной нагрузкой. Он невозможно на ветру будет. Да, будет ли он сбиваться в ветреное время или при быстрой скорости вперед, при быстром движении вперед, либо в боковом ветре, да, то есть сейчас ощутимо гимбал, подвес ощутимо падает вниз. Он падает низко и со стандартным фильтром, но здесь он очень сильно. Ну, у меня очень практически сильно... очень мало был наклон со стандартным, да. Совсем. Ну, здесь так. Обычно, когда подвес не справляется, есть дополнительный шум от моторов, да, начинается какая-то вибрация, что-то еще, ну, на первый взгляд, вроде бы все хорошо, да, то есть... Мы слышим кулер, но дополнительный звук от мотора не идет. Ну что, будем запускать воздух? Да, давай. Сейчас я вижу, что у меня стоит ISO 100. Shutter speed стоит у меня сейчас на 1000. Мы сейчас будем... Сделай, да, 100 shutter speed. Сделаем shutter speed хотя бы 100. Да? И попробуем подкрутить ND-фильтр наш в одно из положений. Нет, темновато. Темновато. Чуть-чуть темновато, да? Да, давай я тебе скажу. Еще откручивай назад. Ну, я бы сказал, немножко назад можно. Вот так вот. Плюс-минус. Да, откручивается он очень легко. Пожалуйста, по первому взгляду все работает. В общем, сегодня мы обозреваем, конечно же, фильтр ND-шный, Variable, так называемый,
adjustable, как хотите, так называйте. Да, есть свои плюсы, свои минусы. Это потом в дальнейшем видео увидите. Но хочу сказать еще что. Эта посылочка тоже из Китая пришла одновременно вместе с фильтром. Что здесь? Здесь у нас очки, или, так сказать, шлем VR. Вот, мы его будем распаковывать и, в принципе, покажем, для чего он нужен. Но какое отношение, вы спросите, он имеет к дрону? Самое, что у меня есть прямое, есть программа альтернативная DJI Go, называется Личи, и в этой программе есть функция использования 3D очков. Вот как раз таки мы купили специальные очки, недорогие, вот, попробуем полетать в этом шлеме, как это вообще будет выглядеть, ну, смотрите следующий обзор.